Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 8 июня. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам сутили о грядущей погоде. Мухи и комары становятся более назойливыми. К дождю. В воздухе сохраняется сырость. К устойчивому ненастью. Если после продолжительного затишья начинает дуть ветер, погода ухудшится. А какая же погода ждет нас завтра, 8 июня? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Ниженка Солнцевского района Курской области плюс 21. Прекрасная температура, правда? Только позагорать не получится. Синоптики прогнозируют дождь и грозу. В деревне Рубеженка Первомайского района Ярославской области воздух прогреется до 25 градусов. Пока что все без изменений, как и в предыдущие дни. За окном будет солнечно и без осадков. В деревне Ломижино Невельского района Псковской области плюс 25. Солнышко будет, только ему придется лишь изредка выглядывать из-за грозовых туч. В деревне Обиженово Буйского района Костромской области плюс 24. Завтра без осадков. Но потом опять пойдут дожди. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь, да хранит вас Бог.